И еще одна новость от СБУ, которую ждали со дня на день. Служба безопасности запретила въезд в Украину сроком на 3 года Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе Евровидения в Киеве. Причиной объявить Самойлову персоной нон-грата стало выступление певицы в июне 2015-го в оккупированном Крыму. Въехала она тогда на полуостров без предупреждения украинской стороны. Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій. Рішення було прийнято на основі отриманих нами даних про порушення нею українського законодавства. Закон один для всіх. На решение Службы безопасности Украины бурно отреагировали в России. К примеру, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой назвал действия ведомства ошибкой и глупостью. Российский Первый канал уже пообещал без конкурса отправить Юлию Самойлову на Евровидение 2018, если певице не удастся выступить в этом году на киевской сцене. А вот организаторы конкурса заявили, что уважают законы страны-хозяйки, но решением СБУ разочарованы и будут вести переговоры с украинской стороной.